Итак, чем хочешь заняться? Мы же не обязаны сразу возвращаться домой. Смотри, следы гончей с выдающимся обонянием. Похоже, мы на верном пути. Келька, это мы! Ну, надо идти за ней. Отпечатки лап. Хвостатая отлично идет по следу. Хелька была и тут. Надо сказать, у нее нюх на добычу не хуже твоего, брат. Ее нюх лучше. Глаза могут врать, а нос нет. Ты, небось, хотел бы уметь иногда обращаться в зверя? Нет. И опять убежала. Мы идем по следу Хельки. Шла на ту сторону, но ночью мы не можем пойти за ней. Недалеко.
сигнал. Это Биргер. Она хочет, чтобы мы его спасли. Что написано, брат? Фелька, можешь идти. Дальше мы сами. Он мог выжить, упав с такой высоты. Может, магия. Поинтересуемся, когда вытащим его из этой ситуации. Отсюда мы легко сможем найти Биргера. Почему все так боятся этого места? Кстати, об этом. Дракон! Атрей! Я в порядке, а ты? Похоже, он зол. Что бы это значило? Что мы идем куда надо? А где это мы? Похоже, это развалины некогда богатого поселения ванов. Что произошло? Даже не знаю. Тем более стоит выяснить. Биргер жив! Ненадолго, если дракон до него доберется. Не доберется. Вы тоже это видите? Молния. Только она замерзла. Как во время моей битвы с Тором. Но откуда такая же молния взялась в Анахейме? Это же просто кратер. Когда они тут жили, не было никакого кратера. Что-то здесь произошло. Что? Взрыв? Это же какой он был силы? Никаких сомнений. Такая замерзшая молния была в Мидгарде. Но я здесь никогда не был. Интересно. Go!
Боюсь, пока на небе солнце, здесь нам не пройти. Наверху алтарь. Достанем до него, сможем сменить время суток. С этой тушей что-то не так. Драконы не оставляют таких отметин. Мы видели такие метки в Вилундерских рудниках, помнишь? Здесь затаился пожиратель душ. Я слышу зверей. Они боятся. Да. Давай поищем другие тела. Пожиратели душ прячутся на виду. Дракон вернулся, и он в ярости! Это так приятно! Еще туша. Это знак, что мы на верном пути. Мы близко. В тот раз мне сперва показалось, что это просто камни. Будьте начеку. Да. Некоторые камни не просто камни. А, как интересно. Что это? Знать не знаю. Потому и интересно. Но кристаллы высоко ценятся. Может, пригодятся нам? Вон еще. Обожженная плоть. Он рядом. Буду следить за камнями в оба глаза.
дракон! Улетает! Наносит удар и отходит. Умно. Обычно таких слабых мест три. Надо поискать. Где-то должно быть еще. Пока на небе солнце не пройти. Сейдар. Этот барьер Сейдар не даст нам пройти. День, когда эта долина погибла, моя душа разорвалась пополам. Часть меня все еще там, где мои останки. Может, если этот свиток вновь станет целым, моя память прояснится, и я обрету покой. Что тебе нужно, дух? Мне этот свиток. Мне нужно было доставить послание. Асы и Тор. Ну же, вспоминай. Надо доставить послание. Это важно. Командир ждет моего ответа. Ждет он уже немало. Скажи нам, что последнее ты помнишь? Перед глазами красная пелена. Ярость. Касан. И еще алые деревья. Прошу, помогите мне вернуть память. И я расскажу вам все о том дне. Призрак может рассказать нам, что случилось в долине, брат. Если молнию заморозил Левиафан, выходит, мама побывала здесь? Это ничего не значит. Может, это была не Фей. Да, но эта замерзшая молния не дает мне покоя.
Если мы хотим узнать, что произошло, надо выяснить, что помнит этот дух. Тогда пошли. Можно передвинуть солнце и луну. Раньше тут было лучше. Сейчас что-нибудь сварганим. Мне даже занозу не посадишь. Ну вот, так тебе ничего не оторвут. Удобно. Хорош, да? Нужно что-то особенное? А пареньку? Хочешь языком почесать, пока время
Будьте начеку. Да. Некоторые камни не просто камни. Свиток, дух. И я снова едина. Теперь я могу доставить послание. Твой командир давно мертв. А, конечно. Один послал Тора захватить долину. Но, видимо, уже поздно. Ничего, мы разберемся с асами. Теперь расскажи, что знаешь о том дне. Я помню, как зашла в бражный зал и увидела Тора. Ты знаешь, что он там делал? Поговаривали, что он ищет заставу ванов. Я не хотела нарываться и сразу ушла. Больше я его не видела. Но, может, были и другие очевидцы. Не хотел ли Тор встретиться с кем-то в бражном зале? О, думаешь, Тор встречался там с мамой? Фейни. Когда со мной не пила, и с ним не стало бы. Нельзя до конца познать душу, пусть и самую родную, брат. Осторожно, дракон! Он уходит!
Какая жалость. Когда-то здесь текла река, дарившая жизнь самым разным зверям и растениям. И что стало с рекой? Тут тоже постарался Один. Так ведь? Да. Запер ее плотиной. Зачем сражаться с врагом, если можно просто лишить его воды? Сначала завтра, потом драконы. Непростые времена здесь настали. Эту дыру пробило что-то большое. Будем начеку. А ты сам писал поэмы, брат? Нет. Ну, это был глупый вопрос. Большие следы. Умнейший из живущих. Знаешь, как-нибудь сам попробуй с собой побеседовать. А он прав. То, что оставило эти следы, снесло те деревья, будто веточки. Будь осторожен. Я всегда осторожен. О, боги, ты серьезно? Огр, нам не пройти, пока этот уродец швыряет булыжники. Надо подойти ближе. Никак не ранить. Видно, его защищает какая-то магия. Oh!
Тупик. Куда теперь? Смотрите, вот так затычка. Это была шутка. Ты уверен? По-моему, смешно. Пойдемте взглянем поближе. Один, чтоб его. Мы смогли бы перебраться на ту сторону, если бы тут была вода. Если открыть плотину, вода вернется обратно в реку? Интересно, что за ними? Смотри, еще один алтарь дня и ночи. Он же тут не просто так. Подъемник. Может, он доставит нас к плотине? Мысль о том, что все живое здесь гибнет от жажды, просто сводит с ума. Используй гнев. Не давай ему управлять тобой. Сейдар. Еще один таинственный кристалл. Ah!
Эльдар тут взялись? Некоторые ваны прибегли к темной магии для защиты от ад. Это не... Что-то интересное, брат? Еще треки. Он так сожрет тут все живое. Надо его выследить. Нёкка лечит всех! Нёкка! Да! Осторожно, сзади! Они лечатся благодаря Нёкке! Лиши и молчи! Последний враг! Может, надо повернуть маховик? Кажется, тут нам не пройти. Пока не пройти. Стойте! Мне есть о чем рассказать. Что такое? Это сказ о сражении. О светловолосой женщине, которая дала бой сильнейшему из богов. Какая женщина? Объясни. Но подробностей я не помню. У меня была кружка меда, и я радовался. Да, я собирался пойти на мировую со старым другом, но произошло что-то ужасное. Боюсь, что-то ужасное – это твоя погибель, друг. Это еще не все. Три пруда. Я точно видел все три. Прошу, помогите мне помириться с другом. Помогите вспомнить. У меня хорошее предчувствие. Думаю, он что-то знает о маме. Или нет? Больше оптимизма, брат. Вдруг ответы ближе, чем ты думаешь. Не идет. Похоже, что-то забилось в механизм, брат.
Идем! Я готов выпить в следующей жизни. Все-таки там что-то мешается. Оно должно крутиться. Может, теперь можно попасть куда-то еще? Скажите, вы нашли мое тело и вторую половину моей кружки? Воды стало меньше. Теперь можно перебраться. Драйки ел здесь. Будь начеку, когда начнется бой, придется действовать быстро. Приготовьтесь. Я помогу. Еще один. Стёпа!
сурово! Как ты, брат? Назад! Плотина открыта. Прожорливый Дрейки мертв. Джунгли начинают возвращать себе былое величие. Глянем, может, в брат приводятся и другие драконы, раз уж мы занялись исцелением земли. Что дальше, отец? Не кажется, что пора спасать Биргера? Смотри, видишь? Вода пошла. Ты открыл путь в воде. Только чтобы мы смогли пройти дальше. Да, но раз есть вода, теперь здесь снова появится жизнь. Мы исцелили эту землю. Я к этому не стремился. Да что ты за сухарь? Порадовался бы. Раз уж перед нами открылись новые пути, я предлагаю прогуляться. Мы идем искать, а не гулять. Ну прекрати. Ты никогда не любовался пейзажем? Просто так, не в поисках сокровищ. Сокровище тоже неплохо. Вы с ним оба безнадежны. Похоже, нашими усилиями природа снова оживает, брат. Рановато я это сказал. Дракон уселся вон там. Поищем путь наверх.